Апноэ Клаб Горький представляет. Всем привет! Сегодня наша нырялка на озере Ват, порядка 100 с небольшим километров от Нижнего Новгорода. Озеро славное, имеет свою историю. Раньше на дне было 4 оклины, 4 глубоких пещеры. Со временем осталось только 2, потом 1 глубиной 25 метров. В итоге лет, наверное, 6-7 назад и та тоже обвалилась. Но вот последние несколько лет оклина начала промываться. Со дна бьет подземный ручей. Вода потихоньку очищается, прозрак улучшается. Сегодня мы приехали нырять. Температура воды примерно плюс 2 градуса. Озеро льдом еще не покрыто. Или уже не покрыто. Вот прозрак отменный. Прозрачность, я предполагаю, ну, около 10 метров сегодня должна быть прозрачность. Выход на лед запрещен. На лед выходить не будем. Чаи гоняете? Все, дело пошло. Чайничек закипел. Чайничек закипел.